Приветствую вас на канале Asmodeeplay. Мы продолжаем играть Call of Duty 2. Ну, чем порадуешь? Известно только имя Дефалко. Наш агент снял это в лагере рядом с Сокотрой в Йемене. Фарид. Спасибо, адмирал. Дефалко — правая рука Менендеса. Понятие сочувствия ему знакомо. Но он им пренебрегает. Дрон-разведчик обнаружил это 2 дня назад в заброшенной тюрьме в Лахоре в Пакистане. Мы только на прошлой неделе потеряли связь с дроном-разведчиком в Пакистане. Погодите, ученый, которого мы взяли в Мьянме, говорил, что Менендес использует целлерий для разработки кибероружия под названием «Карма». А вдруг эта «Карма» нейтрализует наших дронов? Знаешь что? С этим Дефалко можно немного поразвлечься. Немного. Может, выпустим пара? Разомнем немного кулаки. Еще бы. Идем, будешь страдать, как я. Что ты сейчас сказал? Про страдания. Что-то мне такое мерещится. В ночь гибели отца меня похитили и опоили. Я до сих пор ничего не помнил. Это был Менендес. Так это он убил отца? После смерти отца меня воспитывал Вудс, но он всегда говорил, отца убил какой-то псих. Какой-то бродяга. О, Господи. Будешь страдать, как я. За грехи всех, кто был до тебя. Почему Вудс мне не сказал? Вудс, Хадсон. Это их рук дело. За Жозефину. Натравливает. Сегодня твой отец умрет! Понятно. Что-то я не собираюсь пока умирать, конечно. Боже, эта штуковина нужна нам на ходу. Я пытаюсь. Может, управление заклинило? Враг близко. О, готово. Молодец. Тихо. Давай. Дави их всех. Начинай помечать цель. Смотрим, на что справится этот гад. Еще бойцы МВР. Пусть Клау идут первыми. Держитесь позади. Так. Возьмем. Начинай помечать цель. На. Куда мне надо идти? Да, конечно. Будем потихонечку, помаленечку их уничтожать и истреблять. Да присядь ты! Давай. А чё ты присел-то? А я могу присесть? А я немножко только могу присесть, да. Кто там? Так. Ой. А почему тут вода? Так. Давай. Конечно. Скрываем. Что там есть? Электричество еще работает. Так. А я-то, что не иду-то? Да ты козел! Займите позиции наверху, прикройте нас на улицах. Давай. Укрытие! Взять там. Ротус и Максимус на позиции.
Давай. Куда надо стрелять? Давай, давай. На. Надеюсь, вас там вынесло. Бежим сюда, бежим туда. Потоки воды. Ой, 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 ой. Ой, ой, ой. Фонарика-то нету, да? Ох ты. Давай туда, хренач. Плохо. Принято, Салата. Перегруппируемся бандами. В голову, да? Еще бойцы МВР идут снова. Так, а мы передвигаемся. Это, тут. Блин, что еще за шум? Давай это... быстрее сюда, надо уходить сюда. Автобус, автобус. Давай. 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 Так, автобус мимо пролетел. Ой, жопа, пронесло, да? Конечно. Хорошо, старался. На месте. А у тебя? Пошли. Собакин. Антон, прямо по курсу идем. А вы что, пьяные или что, или обоссанные? Что вы тут? Просто полная жопа. Хопа. Твою мать. Сукин сын. Давай, шевелись. Если он нас увидит, нам хана. Так вот, чтобы не увидел. Блин, давай быстрее. Вы привлекли внимание дрона, он реагирует на громкие звуки. Понятно. Так это дрон, я думал, это вертолет. Давай. Берем. Спокойно. Улетел. Вот там еще один. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Падла. Ты меня так высветишь. Твою мать, он тебя заметил. Серьезно? А если я так спрятался, ничего? Ой-ой-ой-ой-ой. Блин. Вы привлекли внимание. А что надо было сделать? У меня есть что-нибудь вообще, что можно... Подожди. Ладно. Вперед. Не спеши. Так. Этот сейчас долго еще туда будет светить. Это дроны. Я думал, это вертолеты. Вот очень похожи на вертолеты. Так, у меня бесшумное, да, это оружие такое? Так, ладно. Потихонечку, помаленечку, но мы прошли. А мы свалили уже оттуда.
Ситуация, солдаты МВР. Хрен ты меня достанешь. Или достанешь? Блин, достал все-таки, падла. Эти дроны тут вместо батальонов смерть. Стреляют мародер. Разворачивайся. Да ничего страшного. Мы теперь поняли, как их обходить надо. Вперед. По большой дуге их обходим. И здесь мы тоже их обходим по большой дуге. Их привлекают шум, значит. Так, а как он меня мог? Блин, хрен залезешь. Давай, иди ко мне. Я тебя жду. Как так? Я быстрее его прибыл. Что ж ты за тюфяк-то такой? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Идем, идем. У входа в канализацию солдаты МВР. Бери правого. Второй мой. Помощь от тебя. Все чисто. Идем. Да. Да хоть что-то сделал. Идет прямо под антемом. И правда грязная работенка. Че, давай. Давай, вскрывай. Пойдем, пойдем, пойдем. Помощь от тебя. От меня. И так только помощи есть. Вижу много противников. Наблюдайте, держите меня в курсе. Ты слышишь? Скрываем. Что здесь есть? Нам пора уходить. Салазар, МВР получила партию новых Сокте рядом с вашей позицией. Так, подождите. Для чего я это вскрыл? Чтобы что-то подслушать? Блин. Ладно. Угу. Здесь Менендес. Я видел его во дворе. Он встречается с лидером МВР. Я свяжусь с Бриксом. Давай, давай. Опа! Ну. Поканали, мы покатались. Мы на позиции. Отлично, командир. Сейчас передам вам карты Антема. Наиболее выгодная позиция для вас вот здесь. Тут отличный обзор двора. Клау будут прикрывать вас на пути внутрь. Кроме них у вас ничего нет. Если уничтожат хоть одного из них, вы сами по себе. Да мы и так сами по себе. Пылесос. Да только к нему. Удачи, командир. Что-то я сомневаюсь, что бесполезно будет бежать, конечно, но. С позиции на крыше мы можем быстрее найти Менендеса. Закрепить тросы. Г или чтобы прицелиться. На. Опаньки. Впереди враг! Кажется, мы на верном пути. Естественно. Пошли. Так, по крышам пойдем. Твой тот, что справа. Я за тобой. Хоп.
Утащили. А те даже и не чухнули. О-о-о-о. Сканер готов. Сканер. Подозреваемых у нас масса. Так. Удерживайте для приближения. Мы знаем, он где-то здесь. Это точно не ты. Не ты. Ищем, пока не найдем его. А, вот, 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 подождите. Куда они? Куда? Куда? Так, контрольная точка. И почка, и мочка. Наблюдение активировано. Конец преступной беспечности империалистов. Они уходят из зоны. Сигнал теряется. Ну же! Надо найти позицию получше. Не попадайте под прожектор. Ну, естественно. Давай, куда? Блин, сюда-то я сам бы мог. Лучше спрятаться. Они говорят о сбитом дроне. Непонятно, ни хрена. Конечно, американцы постоянно следят за мной. Конечно. Вот он я. Куда уж ближе-то? Черт, опять слишком далеко. Идем. Давай, давай, давай. Ты скрываешь, я кто? Режь его. Здравствуй. Как дела? Все хорошо? Рот закрой, муха залетит. А вот и Менендес. Похоже, с кем-то встречается. Де Фалко. Де Фалко. Менендес. Рауль. После сегодняшнего соглашения все уже приготовлено. О месте следующей встречи уже договорились? Разумеется, вы встретитесь с ним в Пешаваре на севере Пакистана. F1, F2, F3, посмотрите на руке. Аудио. Масштаб. Данные по тому дрону должны быть предоставлены до начала переговоров. Я займусь этим лично. Храни тебя карма, Де Фалко. А че вы под дождем стоите? Нравится мокнуть. Быть мокрыми. Ну что, все, что у тебя на компьютере? Меня уже достали. Пора идти, давай. Какие-то данные. Ладно, разберемся. Сюда. А я и так здесь. Пусть пройдет. Пусть. Я даже присяду немножечко. Так, это дроны. Зараза, куда он делся? Салазар, мы упустили Менендеса недалеко от тебя. Ты его видишь? Вот он. Входит на станцию с южной стороны. Транспорт для эвакуации подготовил? Так. Пока нет. Нам пристрелить его надо? Займись этим. Опаньки. Давай, 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 осталось чуть-чуть. Эти парни у нас на пути.
Хоп, хоп, тебя выдернули. Так, труп-то можно, да, положить туда, пусть будет. С него, если что, оружие можно потом снять. А ты куда его зато? Станция там, ну же! Пипец. А я хотел покататься. Спустились, заметьте. Компьютер никогда асан кам не и. Компьютер, компьютер. Подобные вещи не проблема. Встреча 17 июня устранит все оставшиеся препятствия на пути к успеху. Так, это что за бронепоезд? Ничего не слышно. Поезд мешает. Идем. Пойдем. В свое время у ЦРУ были такие камеры допроса по всему миру. И каждая напичкана всякой психологической хренью. Только бог знает, что за хрень в них творили. Давай. Блин, поезд этот грёбаный. Похоже, снова промокнем. Ой. О, знакомые. Гришань, отойди. Да здорово. Просто прекрасно. Пойдем со мной, если хочешь. Если хочешь жить, иди за мной. Так, нормально. Что ты там пальцем тычешь? Что там есть? И. Они должны быть прямо над нами. Ладно. Попробуем еще раз. Конечно. Я не только в курсе проникновения. А, так он знает, что мы здесь. Я сам его подстроил. Сука! Вот так. Он знает о нас, сектор! Берегись, граната! Бумк. Так, нас подставили. Это замечательно. Это просто превосходно. Теперь нам надо выжить. Давай, куда? Так, это... Плыви. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Давайте. Сектор, они идут к тебе. Клаун на позиции. Максимус на крыше. О, так у меня хороший этот. Что там с машиной для эвакуации? На помощь нам. Твою мать, там половина сраного Пакистана. Давай. Нам нужен клан, чтобы отсюда выбраться. Будет нам план. Так. Так, а где у меня тут чё? Где? А где граната? Где, где, где? Не вижу гранаты. Салазар, ты где? Твою ж мать-то. Так. На. Давай, на тебе. Где ты? Так. Он где-то здесь был. Садись. Так, задание-то выполнено здесь, по крайней мере.
Так, внимание, задание. Так, сломанный дрон или что? Адмирал, мы захватили вражеские СОКТ. Просим удар с воздуха и эвакуацию. Ответ отрицательный, командир. К вам направляется весь сраный состав сил самообороны. Так, через город можно уйти несколькими путями. Используйте дронов, чтобы расчистить путь для СОКТ. А если они доберутся до нас раньше? Молитесь, чтобы они были в хорошем расположении духа. Блин, еще... Не легче. Чтобы стрелять. Давай. Ага, так я же с двух сторон. Ага, понятно. Я и так должен делать. Тихо, спокойно. Давай сюда, сюда. Хопа. А, стреляю не я, уже хорошо. Хоть какую-то на себя взяли ответственность. Так. Вот если за машину. Давай, на. Спокойно, спокойно, спокойно. Подожди, подожди. Ничего страшного. Мы как-то... Как мы едем, я не знаю. Вот так. Вот это, давай, 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 давай. Давай. Воу-в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 оу. Блин, я с собой тараню их. Будет нелегко. Ну, я так понимаю, что вот этого не стоит делать. Надо действовать. Почему у меня на дрон не переключается? Или мне нельзя пока на дрон переключать? Контрольная точка. На прямки. Бум. Что-то мне подсказывает, что это непростой СОКТ. Давай, 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 давай. Налево. Какое лево? Я же по воде еду. Как я загорелся? Тихо. Что-то мне подсказывает, что это непростой СОКТ. Давай. Налево. На. Тихо. Блин. Налево, вправо. Тут ни хрена не сообразишь. Где-то. Может, как где-то. Еще есть проход. На. Что-то мне подсказывает, что это не простой СОКТ. Сейчас все рухнет. Так. Налево. Вправо. Подожди. Вот так. Немножко притормозим. Вот так сюда. Давайте. Давим их. Блин. Управление кошмар. Гоночки, отстой. Куда? Куда едем-то? Почти. Блин. Успеваем. Ничего страшного. Головы-то не лишились пока что. Да тихо вы. Так. Ага, это задумано было. Все, мы доехали или что? Вот и точка эвакуации. Наконец-то. Блин, теперь-то что? А тип... Нас ждут. Спокойно. Господи, ты красавчик.
обгорелась. Джао. Он воевал вместе с моим отцом в Афганистане. Мы против Китая ничего не имеем, генерал Джао. В Пакистане нас интересует лишь Рауль Менендес. Ну? Значит, у нас общие интересы. Но учти, американец. Если истинная причина Рауль Менендес, мне незачем тебя убивать. Вот тебе крест, Рауль. Фу, обошлось. Самолеты, самолеты, прилетели самолеты. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!